Эй, собака, ты кого там нашла? Эй! А? Нет, отпустил, он просто прижал его. Ну, такой боевой вот пес. Так вот он с питбулями тут дерется, и со стафами. Дерется? Так... Да, ты чего? Ты драчун, что ли? Не, ну так это она, девочка. Нет, а так она такая. Кудрявая собака. Дина, но они бывают гладкошерстные и жесткошерстные. Молодец, хороший. Ну, вот мальчики как-то более агрессивные. Как звать? Ева. Ева, ты такая густая, жесткая. Да. Евочка. Она дубрика, видишь, какая. Она сейчас ляжет и будет на спине. Ай, молодец, молодец. А говорят, у них зубы большие, да? Ну, брат, ну я не знаю. Как. Не смотрели? Как у всех, одинаковые. Покажите зубки, я сниму. Дина, ну-ка не лезь. Ну-ка. Открой ротик, девочка моя. Ну, верхнюю губу вверх просто. А, нормально. Не особо-то. Я думал, говорят, у них прям такие большие. Да, ну, брат. Дина, нельзя, отстань. Она просто защищает свою тут копалку. Ну да. Ну так ладно, она добрая. Мы пойдем. Брат, увидимся, братух. А вон собака. Вот такая. Ну вот это красавец у тебя, брат. Да у меня все красавцы. Нет, ну вот это как-то все равно. Вот это как-то, знаешь, она такая. Она нежная. Маленькая еще. Маленькая. И девочка. Ну вот это красивая, брат. Жена. Вот это у тебя красавец. Прямо. Спасибо. У вас тоже классный пес. Люблю я терьеров, но вот они какие-то все... Брат, ну вот он энергичный. Дикие. Если ты будешь, вот хочешь похудеть или там самый ходить... Самый раз, да, согласен. Вот его бери, як терьера. Самый раз, не будет. И бери девочку, они поспокойнее. Ну да. Потому что пацан был, ему надо было... Со всеми подраться. Да, он бы сейчас вот и с этим, и с кем бы... Ну, конечно, им плохо, значит, что веса не хватает. А вот так он, дури у них много. Да, вот он... Но это терьер. Терьер, я терьер, да. Да, да. А терьеры, они... Это же тоже терьер у меня. Ну это да, я понимаю. Но ему вес, ты понимаешь? Он же сколько тебе? По 20 весит? 20. Ну да. Вот. А у меня 8. Ну, разница есть? Конечно, вот есть. Так она еще щенок даже. Да. Да, здрасте. Но все равно вот этот красавец, брат у тебя. Редко, я да, прям, таких? Я прям вообще прям в шоке, брат. Вообще прям. Те, да, такие, но вот... Но все равно, вот этот брат у тебя как раз такой, блядь. Ну, спасибо. Вообще охуенный брат. Береги его. Бережу, вон, особо не бегает, чтобы это... Лапки постоянно себе а это... А сколько ему брату уже лет? 10 лет. А, ну 10 тысяч, брат. В мае будет 10, 18. Блядь, просто пиздец, блядь. Тебе говорю, вот поверь мне, никаких комплиментов я не делаю, но вообще прелесть, блядь. Спасибо. Тут понятно это, так вот, можно сказать, хорошая собака, но вот это вот, блядь, такой мальчик такой у тебя, блядь, молодец. Ты смотри, какой спокойный тебя. Да, он спокойный. Он даже не рыпается. Нет. Она просит играть, видишь, хвостом. Ну, да. Но если без агрессии, моя тоже вот нормально. Когда она на нее кидается, ну, она тоже. Ну потому что там роет, брат, ну как ну, ты да. Хочешь, это же святое. Так же и за палочки может там, и за мячик. Палки у меня не играет, ни в палки, ни в эти. Ну у тебя вес, масса, понимаешь? Вот я к терьеру бы, вес и 20 всех бы раскидал бы. Это брат пиздец. Я говорю, а с бультерьером вот с одним дрались? Или став, вот нос такой вот у него. Бультерьер, да. Буль. Прям буквально 15 секунд и изо рта прям пена у нее. Вот два раза мы с ним дрались. С девочкой? Нет, нет, наверное, мальчик был. А что, Рич. Она, даже с мальчиками дерется? Да, Рич был. Горбатый. И у нее прям пена со рта, блядь. Угу. Вот тот ее не грыз, так вот, но это на него кидалось. И вот единственная собака, с которой вот пена со рта шла. Офигеть. Со всеми так вот, как вот шагав. Потому что они прям убить хотят, да? Терьеры. Не знаю, у тебя прям игру. Прям, ну охотники же. Прям, знаешь, вот как, вот, как будто это, да, когда да, вот да. Там болезнь такая есть, там как она называется? А, это эпилепсия. Эпилепсия, как будто.
И прям пин, прям такая, блядь. Я думаю, нихуя себе. Ну, вот это, конечно, окрас такой, блядь. Тигровый. Брат, поверь мне, тот, ты а за 10 знаю, лет... он у меня самый классный. И за 10 лет просто ты не видишь. Я как вот новый человек. Я же прям сразу увидел, думаю, нихуя себе, блядь. Блядь. Редкость. Я вот сколько гуляю, и до этого... А вы в каком районе живете? Брат, во втором, брат. Вот там в первом есть боксер, его тоже друг. Да ты что, хвостом. Да? Ну, он такой рыжий, светлее. Этот тигровый, а тот светлее. Вот, а так вообще редкий, редко. Редко, говорю, раньше было дофига. Смотри, как корни рвет. Да вот, это, смотри, смотри. Сумасшедший. Ты видишь, как хуярит? Кого вот, смотри, ищет, она берет, там? И сейчас будет корни эти, блядь, вытягивать. Она деревья, блядь, перегрызает, блядь. Вот смотри, сейчас вот корни, блядь. Блин, как бы это мелкое, что-то она там прям жует мою. Ладно, пойдем, а брат, то сейчас они... Давай, брат. Все, счастливо тебе. Вам тоже. Вот эту барбушку берите. Ага. Пока. Самая прелесть. Пока-пока. Увидимся, брат. Счастливо. Джина, пошли.